ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное спасение старого поколения лошадей. В этот раз у нас осталась неделя, прежде чем убирают старых полторашных пейнтхорсов. И сегодня на аккаунте Даша Пони Хоум, аккаунт, который спасает старых лошадок, мы скупаем всех пейнтхорсов. Я позаботилась о валюте, так что теперь я могу спокойно спасать абсолютно всех. Как мы видим, полторашные поколения имеют очень симпатичные и милые масти, которые сейчас даже мы не найдем в игре. И очень жалко, что удаляют породу, не перенеся все эти масти на новые модельки. Вот это вообще голубоглазая красавица. И тут как бы 2 на 2, тут две пегих черно-белых, две пегих лошадки бело-рыжих и одна гнеда белая, она мне, наверное, больше всего нравится. Может быть, я именно ее и куплю на основу, как на память. Потому что там-то всех я бы и хотела скупить, но вряд ли получится. Ой, итак, давайте спасать. Кто из них кто? Надо быстренько думать. Это мальчик, это, наверное, девочка. Ну, давайте, да, будем потихонечку спасать. Полторашное поколение, осталось последние недели, 9-го, 11-го, их уберут навсегда из игры, и вы их сможете увидеть только у кого-нибудь из игроков наяву, или же если в конюшню придете посмотреть. Также можно будет менять прически, больше их доделывать не будут, то есть в случае, если какие-то файлы, я так понимаю, у разработчиков сломаются, то чинить именно с этими лошадками они это не будут. Стоят они 280 старкоинцев каждая. Моделька общая начальная полторашного поколения, хотя раньше просто все началки именно так и были. Ну и в принципе назывались началки, но я думаю, вы уже об этом знаете. Так, начинаем спасать. Рыженькая, это будет мальчик, это девочка. Буду как-нибудь их чередовать быстренько так, как-нибудь милыми именами, именами называть. Так, быстренько. Гордая, горная. Нет, что-то на Г уже было. Сейчас ночная. Маленькая. Малиновый. Та-та-та. Медный. Медный. Любовная, любимая. Львиная. Львиная колючка. Нет. А вот, может быть, перо. На английском пишу. Перо. Львиное перо. Нет. Огненная. Огненная. Да, пусть будет огненная, чтобы я понимала, что это кобыла. Хотя я понимаю, что я здесь пол поставила, но все-таки. Огненное перо. Так. Ой, покупаем лошадь. Да. Вот как же это грустно, ребят, на самом деле. Я вот думала, что они будут удалять лошадей раз в несколько месяцев. А тут получается, что у нас лошадей удаляют старые породы уже раз в месяц, по-моему. Ну, может быть, чуть больше, но явно не раз в 3 месяца и даже не раз в полгода. Я думала, удаление будет происходить как-то подольше. Так. Вот тебе мальчиком или девочкой сделать? Сложно. Какие же красивые масти. Дайте мне новые модельки на основу с такими мастями. Я бы всех скупила. Такие глазки красивые. Ну, давай ты будешь кобылкой тоже. Кобыла, взрослая, задорная. Давай ты будешь ночь. Или ода. Задорная ода. А пятнышко есть? Пятнышко. Песенка, пестринка, песчинка, петля, печенье. Пиксель, пират, пламя. Так, подарок. Полет. А, в самый низ надо. В самый низ. В самый низ. Пташка, птичка, пу. Пу, 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 пу. Пче. Пыльца, самое последнее слово. Ай, нет. Причудо. О, причудо тут. Причудо. Где? Причудо. Вот, причудо.
Задорная причуда. Вот. Тоже кобыла покупаем. Я надеюсь, ребят, вам нравится то, что я... Вот, может быть, и не всех лошадей, но вот с какого видео у меня начинается серия выпусков по спасению старых пород. Я надеюсь, я их снимаю не зря, что кому-то они будут как воспоминанием, а новые поколения игроков будут знать, что такие лошади когда-то были, они существуют только в конюшнях, и они у кого-то да есть. Так, а тут что? Огненная? Опаловая? А лазурная? Тут глаза такие лазурные? Лазурная струя. Нет. А глаз? Лазурный глаз. Лазурная. Ладно, это будет лазурный глаз. Но как бы вопросов нет к имени, да? Жеребец, понятное дело. 280 старкоинсов покупаем. Еще один бедный конь. Боже мой. Я не помню, чтобы я какому-нибудь персонажу в таком большом количестве разово каждый месяц покупала коней. Это ужас какой-то. Я даже... Нет, вы не думайте, я не буду качать всех этих коней точно. То есть, может, кого-нибудь, да как-нибудь потихоньку когда-нибудь. Но тут суть как бы не в прокачке, а в том, чтобы спасти модельки и оставить их в памяти. Так, это у нас жеребец. Очаровательный. А он очаровательный. Гриза, грива. Громада. А гонщик. Очаровательный гонщик. Кто ты такой? Ты такой прикольный. Как бы тебя назвать-то? Гости, горянка, горошина, гон. Так. Попробуем. Гаечка. Выстрел? Очаровательный выстрел. Всплеск. Очаровательный всплеск. Нет. Да что ж такое? Как-то... Очаровательный восход. Во, да, вот, отлично. Жеребец тоже покупаем. Какой-то милый, а? Ну, серьезно. Я вот, как, в принципе, всегда любила вот именно конкретную модель полторашного поколения. Она имеет свое очарование. Ровно точно так же, как и имеет очарование английская чистокровная порода второго поколения. Тоже такой слегка наивный, глупенький взгляд, но не менее милый. Все, американский Pet Horse полторашного поколения. Да, последняя масть. Гривы я им не меняю. Ну, потому что потом когда-нибудь я, может быть, и буду их как-то кастомизировать. Но сейчас мне важнее не тратить лишние 19 старкоинсов на их изменение внешности, а вот просто, чтобы их спасти. Я не помню, гроза у меня имя на ком-то было. Гадалка. Топазовая. Это ж какие имена тут. Ну-ка вниз. Эпическая, энергичная, элегантная, экстра, шторм, шоколад. А, вот, шоколадная, это будет кобыла. Шоколадная гадалка. А молоко есть? Моло? А, нет, есть только молния. Мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Молния, модница, мимоза, миледи. Шоколадная миледи. Во, я думаю, подойдет. Вообще она мне напоминает этот стаканчик, знаете, это даже не йогурт, но там вот в стаканчике как раз шоколадная и кремовая какая-то начинка, это все так вкусненько. А, я теперь захотела эту вкусняшку к себе. Так, покупаем. Здравствуй, красавица. Вот так вот, ребята, быстренько мы спасли всю породу Pet Horse 1.5 поколения. Когда-нибудь, если я лично сяду пересматривать все эти покупки, я буду плакать. Просто. Кто у нас еще остался здесь, кого явно будут в скором времени убирать? Это у нас Квотеры. Ой, Аполлузу. Аполлузы остались у нас. Потом американский Pet Horse второго поколения. Ну, я думаю, они Pet Horse разом всех модельки убирать не будут. Так, вторая страница. Ох, тут очень много кого еще. Фризы, потом Тинкеры, Северошведы, Юрминские пони, арабские, андалузы,
фриз спортивный, фриз обычный, я уже говорила. Так, и на последней странице у нас кто еще? Ой, мамочки, у нас еще очень много пород, которые будут убирать. У нас почему-то араб дублировался. Не знаю, кстати, почему. Французский сель, английская чистокровная еще осталась. Тоже поколение 1.5. Опять почему-то фриз дублировался. А почему тут фриз дублируется? Непонятно как-то. Так, вот, да, северо-шведская лошадка. Это кто? Альденбургская. Ой, да, их же по несколько мастей. О, рыжик. Рыжик у меня уже есть. А почему у него грива темная? А у меня он точно есть? Я как-то уже не уверена. Я помню, что у меня есть рыжик, но вот именно такая темная грива. Так, этот... Ой, какие масти альденбургскую. Мы точно все скупим. И, наверное, даже на основу. Голландская. Вы посмотрите, уже, видимо, пошли какие-то ошибки с текстурами. И у голландской почему-то вот такая вот синяя грива. Причем эта текстура, по-моему, звездокровного северо-шведа, судя по цветам и оттенкам текстуры. То есть они не будут это чинить? Нет, я думаю, они сейчас-то должны это починить, пока лошадка еще существует в игре, ее еще не убрали. Да, вот, наверное, у меня в конюшне и есть. И кто тут у нас еще остался? У нас тут еще остался... А, вот еще одна английская чистокровная. Да. Вот. Так, идем в конюшню смотреть, как наши новоприобретенные лошадки себя чувствуют. Кого-нибудь из них поставим. Конюшню я пока не расширяю, то есть просто как бы колоду... Тасую, кого-нибудь ставлю, кого-нибудь убираю. Ну, то, что расширение тоже, однако, удовольствие дорогое. И купить пока не могу. Вот, уже полторы страницы. Да, вот у меня рыжик, у него рыжая грива. Полторы страницы, ребята, уже спасенных лошадей. И из этих лошадок нету ни одного... Ладно, одна третьего поколения, это вот... подарочная. Так, порода. Где? Давайте пока что целиком их выставим. Целиком и полностью эту уберем. Вот, пожалуйста, 5 мастей. Полторашнего поколения. Красивейшие масти. То есть я не понимаю, почему так, почему они обновляют породу, но при этом не трогают предыдущие масти. Вот можно, да, их было бы доработать, и были бы шикарные новые лошади. То есть действительно вышло бы обновление. Или же им нужно было изначально делать такую политику, что при обновлении лошадей моделька обновляется, и старой версии модельки больше нет. Но они решили, что они будут оставлять старые модельки, но при этом они их будут спустя 10 лет удалять. 11 лет уже игры. Ну что, друзья, добро пожаловать в конюшню. Вы нашли свой приют, свое счастье. Да, просто грустненько. Я понимаю, что эта серия видео всегда имеет некий грустненький подтекст, но по-другому не получается. Я очень радуюсь, что я могу покупать лошадей, что у меня есть аккаунт, на который я их могу покупать. Почему же я не скупаю всех их на основу? Потому что на основу мне они все не нужны. Я вот куплю на основу одного пейнта, мне хватит, я бы всех тогда не скупала. А вот для этой девочки, это мой самый-самый первый аккаунт, который когда-то был заброшен, забыт, но вот как видите, я его воскресила, то есть я вспомнила все данные, и теперь она спасает наших любимчиков, вот любимчиков тех, кто играл, наверное, с 15-16 года до какого? Получается, с 15 по 18-19 год. Нет, по-моему, последняя лошадь второго поколения, это 17-18. Так что да, спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вы очень радуетесь, что я вот так вот записываю такие видео по спасению, что я спасаю породу, чтобы, к примеру, в будущем устраивать некие сходки или приглашения в свою конюшню, или просто демонстрацию породы, где люди, которые не знают, что...
кто эти кони, смогут хотя бы немножечко познакомиться с ними. Ну а старички вспомнят и прольют маленькую горькую слезу о прошлом. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Напишите комментарий, если среди сегодняшних лошадок есть одна ваша любимица.